Мандарины на дереве. Совсем неплохо. Бесплатный привет. Let's play a different game. Fire it all up again. Fire up my heart again. For me to lose. Cyprus became a part of the Roman Empire in 58 BC. Вот лево, да. А, вот фу, лево, да. Что ты? А я ничего не понял. Это как трава какая-то. Ладно, давай эту штуку попробуем. Как это есть? А, это как хурма. Один в один уже хурма. Но! Какой пол с таким количеством косточек. Короче, вот эта херня непонятная, просто кислая. Просто кислая и... Ну как бы... И сопливая. И сопливая, как, да. Она похожа на алоэ, кстати. Блин, но у нее вообще нет уникального вкуса. Она вот просто сопливая, кислая. Это Starfruit. На вкус как айва. Кстати, если выбирать, я выбираю Starfruit. Потому что айва вяжет во рту. А Starfruit офигенный. Так, давай лечим. Как лечить? Чистится. Они сначала моются. Окей. По-моему, одна косточка. Это вкусно. Как роза немножечко, да? Такой. Очень, блядь, бомба попала. Это просто... тебя слушаю. Окей. То есть просто отделить от всего и от ножки в первую очередь. Потом нужно залить соусом. Можно капнуть туда еще лайм. Я просто достаточно не вопрос. Лайменькая моя очередь. Кстати, нет, я впервые, да. Значит, сначала я ее отделяю от всего, чего можно. Теперь соусик. Лайк у тебя такое управление. Хорошо. Так, я этой штукой себе помогать в случае чего. Да. Ладненько, попробуем. Погнали. Мне кажется, нет. Нет, нормально. Просто непонятно. Селедку же даже не ешь. О, а вот сейчас подъехала после вкуса. Да, нормально. Больше на Кипре это, конечно, не все могут. Мое большое уважение к тем, кто сварился. Это очень вкусно. Короче, это на меня очень не похоже. Я приехал в аэропорт уже, скоро вылет, ну как скоро, через пару часов, время у меня есть. Вот, и вместо того, чтобы сидеть и смотреть в стену просто в ожидании своего вылета, я тут решил в 15 получасах ходьбы от аэропорта сбегать на Соленое озеро. По легенде, тут фламинго должны быть. Надеюсь, получится заснять. В общем, я нахожусь прямо в зоне аэропорта, и, естественно, здесь нельзя летать на дроне. Но и я подумал, что не получится заснять фламинго, но я решил попробовать взять авторизацию, и оказалось, это несложно. Я получил авторизацию, получил разрешение на взлет, а машины тут вот ездят. Они видели, что я что-то делаю, и подозревали, что я, наверное, летаю на дроне. И сигналили мне, и некоторые водители или пассажиры показывали мне, что типа нельзя, нельзя. Я говорю, ну, блин, а мне можно, ребят, мне можно.